Группа компании «Гранель», председателем совета директоров, который является выходец из Башкортостана, предприниматель Андрей Назаров, получила престижную награду «Признание и уважение» от ведущего российского банка ВТБ по итогам работы на рынке ипотечного кредитования в 2017 году. Банк ВТБ и группа компании «Гранель» являются давними партнерами и имеют успешный опыт по продвижению ипотечных продуктов на рынке первичного жилья московского региона. Клиенты компании, приобретая жилье в ипотеку в банке ВТБ, получают специальные кредитные условия. На данный момент купить квартиру в ипотеку на максимально выгодных условиях можно в 7 жилых комплексах компании «Гранель». Тот опыт, который мы накопили еще, когда жили и работали в Башкортостане, строительство многих объектов, в том числе таких известных, как пенсионный фонд в Уфе, ну а также, естественно, вот отель «Шератон» Уфа и ряд других объектов знаковых, они дают нам возможность опираться на прежний опыт, и поэтому почти везде мы строим именно комплексную застройку, в которую входит не только строительство домов многоквартирных, но это, конечно, и обязательно школы, детские сады, поликлиники, дороги, парковки. То есть вся инфраструктура, это оценивается в том числе и вот ведущими банками и теми сертификатами, которые ежегодно мы получаем. В настоящее время группа компании «Гранель» планирует строительство еще 4 микрорайонов в Москве. Общая площадь новых квартир превысит 1 000 000 квадратных метров. В целом, в ближайшие годы застройщик планирует возвести более 3,5 миллионов квадратных метров жилья. Ежегодно специалисты компании возводят более 500 000 квадратных метров.